В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом в микрорайоне Жылдыз, бывший поселок Ворошиловка, задержали жительницу города Шымкент 1986 года рождения по подозрению в сбыте наркотических веществ. При личном досмотре полицейские обнаружили и изъяли у подозреваемой бумажный сверток с содержимым наркотического вещества, похожим на героин. Хорошо, прям упакованное. Раскрываю его. Вещество такое вязкое. Согласно судебно-криминалистической экспертизе, изъятое наркотическое вещество является героином весом около 1 грамма. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 297 УК РК «Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов». Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела занимаются следователи Ембикшинского отдела полиции города Шымкента.